Огонь едва не уничтожил пункт приема металлолома на проспекте Красного Знамени. Очевидцы не исключают, что причиной возгорания стал поджог, месть конкурентов. Клубы густого дыма возле одного из гаражей на проспекте Красного Знамени заметили прохожие. Они поспешили вызвать пожарных. Прибыв на место, огнеборцы установили, что источник возгорания внутри автобокса. Бойцам МЧС пришлось взломать ворота, потому что владельцы гаража на месте ЧП так и не появились. За несколько минут пламя локализовали. Ну, проходил мимо, домой шел вечером, увидел дым из гаража, позвонил на 01, пожарные приехали быстро. Ну, в гараже, гараж металлоприемки. Видимо, он давно работает? Приблизительно, я вот как сколько здесь года живу, два, наверное. Года два есть, да. А кто работает в гараже? Ну, не русские, узбеки. Молодые люди сообщили, что в гаражном боксе уже несколько лет действует пункт приема металлолома. Очевидцы предполагают, что гараж могли подпалить мстительные конкуренты. Так это или нет, станет известно после проведения специальной экспертизы.